В мае завершилась спартакиада трудящихся. В этом году в состязаниях участвовали 23 коллектива, среди которых собрались представители самых разнообразных профессий. И 22 июня в спортивном комплексе «Металлист» состоялось торжественное награждение победителей. Для приветствия и вручения поощрительных призов был приглашен мэр областного центра Юрий Гришан. Я вот вижу здесь представителей трудовых коллективов, которые участвовали в этом мероприятии. Я буду вручать награды и хочу сказать слова огромной благодарности, что они уделяют время, предоставляют условия для занятий. Многие арендуют спортивные залы для того, чтобы заниматься. Скоро у нас будет много всяких спортивных залов. В спартакиаде трудящихся третье место заняла команда «Магаданэнерго», второе – сотрудники МЧС, и третий год подряд первое место получили сотрудники правительства Магаданской области. Всем участникам вручили почетные грамоты, а финалистам – кубки и абонементы в бассейн и фитнес-клубы, чтобы они также поддерживали свою физическую форму и побеждали в следующих спартакиадах.